Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и у нас босс Валькирия 7-7. Мы уже сражались с ней минимум один раз, это Птеранодон, военный электрически неубиваемый Птеранодон. И сейчас мы будем сражаться, чтобы у нас в аккаунте была эта статуэточка. Гарантированно нам говорят, ну помчались. Ну вот эти условия, ну кстати, неплохо, ребята, вот кто у кого там мало генов, то есть эти условия советую повыполнять, ну а мне... Это не интересно уже. Давайте возьмем своих самых сильных. Так, и кто пойдет? Кстати. Кстати. Даже вот я вот теряюсь в догадках, кого лучше брать. Для начала можно брать Пахигалозавра. Потом можно брать Метриофадона. Смотря сколько. А, у него, подождите, у него 5 костырей жизни. Нет, давайте. Возьмем Метриофадона, Пахигалозавра и Сигнозуха. Ну, примерно вот это, мне кажется, будет самая сильная команда. Метриофадона беру первым, чтобы быстро его убивать. Поскольку у него много жизни, нужен сильный удар, ну, а он много ударов не выдержит, потому он должен быть в начале. Все гениально просто. Давайте будем смотреть, что он нам преподнесет. Соточка, да чуть-чуть нам не хватило, конечно. На 4 проатаковал, хорошо. Раз, два, три. Готовенький. Такие два попрыгунчика, да? Кто кого? Кто кого? Раз, два, три, четыре. Пробили и пошли дальше. Ну, Метриофадон просто ускоряет нам доход до босса там 3-4 уровня. А дальше плюс еще один, да, и хана нам. Кстати, нам сейчас уже хана. Ну, что-то я про это не подумал. Можно было защититься и еще пробить его. Ну, сейчас его тоже нужно пробивать. На семерочку. Ну да, я протупил с Метриофадоном. Этого должен был убивать еще Метриофадон. Ну вот, Птеранодон прорисован слабо. Джаггернаут самый крутой. Джаггернаут самый крутой. Вулкан отдыхает. Так, ну пятого я не пробью, вот как бы, Пахигалозавром. Так, пятнашечку. Двадцаточку сняли, неплохо. Удары дублируются, видели? То есть двойное эхо идет. Так, смотрите, что я сейчас могу сделать? Да мало что я могу сделать. Я его-то поцарапаю, ну. Вот если бы я этого пробил, вот если бы Метриофадон не сдох, я бы четвертого точно пробил Пахигалозавром, и тогда был бы шанс пробить Сигнозухом пятого. Но это не точно. Ай, ну вот реально один удар оставался ему.
Так, сколько там у него жизни будет? 30 тысяч, это у меня было 3 удара всего лишь. Ну да, думаю, пробил бы. Ай-яй-яй-яй-яй, я хочу нанести 8 ударов. Не смей, сволочь. На 6, 4. Не выдержим. Блин, а, опять же, ну смотрите, какая неудача. Ну там каких-то 200 не хватало. Да. Ну не скажи, что удачно получился бой. Нищебродский дэмэдж реально за 200 тысяч могло быть в этом бою. Могло быть намного больше. Так, и мы, кстати, это получается, мы же уже будем продолжать, да? Допустим, если взять вот так. Вот так и вот так. Давайте еще пойдем. Мы продолжаем бой, да? Ну, этого мы сейчас пробьем. Задача вот этого красавчика просто накопить, чтобы Метриофадон нанес удары на 8, желательно. Ну, у меня уже не остается динозавров сильных для прохождения вот там самого сложного турнира, который у меня есть. Ну ладно, то такое. 6. Пробил. Вот опять, в притирочку. Как-то у нас все не так, как хотелось бы, но вот сейчас мы нанесем, по крайней мере, полный дэмэдж. Сколько? 57 тысяч я увидел. Был предпоследний удар, по крайней мере. 74 мы нанесли. Осталось десятка. Ну вот он атакует на 3. Так, 5 ударов. Ну он не пробьет нас, я надеюсь, за 5. Будет обидно, если он как раз 11600 нанесет нам. Не, ну 4. 4 не хватит, ему точно не хватит. Так, ну я тебя пробью, дорогой. Без вариантов. Ну тоже, нанесу ему, наверное, на 8, да, и закончим эту серийку. У него тоже 8. Он атакует на 7, подлец. Вот это не люблю у него эту штуку. До свидания. 5000 осталось. Не хочу тянуть. Семьдесят две. Ну вот эта вот сумма от первого боя и второго, это можно было сделать все за первый бой. Ну я мог бы сейчас тоже защититься, проатаковать меньше, здесь поставить пару баллов в защиту, ну еще ему там немножко дымага нанести, десяточку вторую силы, но это фигня была. Это была фигня. Ну вот 140 плюс там было 120, до 250 тысяч, наверное, можно за раз нанести. Вот такие вот дела, ребятки. А статуэточка будет наша. На этом все. Всем пока.